Миллиарды элементов составляют нашу Вселенную, нашу планету, нашу жизнь. Поначалу они кажутся хаосом, и лишь воля упорядочивает хаос, разделяет тьму и свет. Воля Бога и человека, одухотворенного идеей и целью, благородной целью, не для своего блага, а для всего мира, для тех, кто хочет взобраться на свою вершину, побеждая свою боль, усталость и страх, преодолевая себя самого и все препятствия на своем пути. И корысть, а поиск истины и верность избранному пути. Помни, не лень и праздность, а упорство и дух. Знай, не самоутверждение и гордыня, а смирение и уважение. И действуй, но не грубой силой, а доброй. Цель. Это наше стремление. Это наша сила. Это наши пределы. Это наш путь. Если ты хочешь изменить мир к лучшему, то будь готов к трудностям и препятствиям. Будь готов зайти за пределы своих повседневных возможностей. Но если дух твой силен, ты верен своей цели и себе, ты обязательно найдешь способ преодолеть все преграды на пути к вершине. Ведь теперь у тебя есть все необходимое. Стремление, сила и дух, осознанный путь, цель, время объединяться. Time to be united.